Хорошо сидела. Вообще я себе сделала маникюр. Красивый маникюр. А почему ты на термофоне не показалась? Я в том же салоне, который до этого ходила. Как называется? Салон? Sense of Beauty. Точно. Sense of Beauty салон. Вот нам принесли такие коктейли. Наливают. Наливают. Чинки. За красоту. А у меня смородина. А, да? Бананы и яблоко. Вкусно. На самом деле классно, когда ты приходишь. Я пробую. Такое атмосферное место. И ты можешь не только там получить какие-то услуги, а еще просто получить эстетическое удовольствие. И еще и кофе у нас напоили, и чаем, и коктейлем. Я чай не пил. Ну, тебе предлагаешь? Погали. Вкусненько, да? Что, думаю, не пойдем, остаемся здесь. Да, я никуда не пойду, у нас где? Вот так. Нормально. А он говорит, я никуда не пойду. Диваны удобные, что? Интернет есть, диваны удобные, коктейли приносят. Поэтому, девочки, можно с мужьями ходить в салоны. Мужья получают удовольствие. Это просто моя делость. Просто моя идея. И вы самое большое дело, это я. Ну какие разницы, какая разница, где делаешься? На каком диване? Главное, чтобы интернет был. Маникюр френч ела первый раз. Очень красиво, мне это нравится. Я же не такое, а то было кричащий красный. Не знаю, ничего не видно. В камеру не видно. Ну как не видно, то видно. Вкусно мне нравится. Вон нам яблоко. Видишь, тоже интересный вкус. Лимончик еще есть. Делала каждый день. Я делала, вот такая была заморожена. Вот клубника, или там смородина. И перемалываешь кокосовое молоко. Туда можно добавить немножко банан. Банан дает такую консистенцию, такую пышную. И очень питательно. Еще туда кашу какую-то я добавляла, которую есть просто так невозможно. Ой, на улицу не хочется выходить, там жена, наверное, на пекло. Ну, сейчас быстренько. Далеко идти? Пешком пойдем? Мы же прямо в центре. Мы сейчас вот прямо в центре выходим и туда направо. И по направлению к дому. Очень вкусно, спасибо этому дому. Пойдем делать дела. Давай, я так. Ну, это должен быть этот. Который выбивает. Будем их сказать. Шейкер. Шейкер. Обожаю смородиновое. Вообще все смородиновое. Вкусно. Ну что? Поконим.